В спортивной гимнастике были разыграны 5 комплектов наград в отдельных видах. Для россиян успешным оказался лишь один снаряд – женские брусья. Олимпийская чемпионка в этом упражнении Алия Мустафина выиграла золото, Мария Пасека – бронзу. Мария Коробова продолжит. Не все соединения выполнены, не полный соскок. Если сравнивать олимпийскую программу Алии Мустафиной и ту, что она исполнила в Москве, то последняя заметно уступает в сложности. Но и сама спортсменка, и тренеры прекрасно понимали, что на данном этапе этого достаточно. Ну, конечно, сомнения, они всегда присутствуют. Кто знает, может, ты подойдешь, там что-то не получится. Это предугадать невозможно. Были, конечно, но все равно настраивалась на то, чтобы подойти и сделать. Брусья по-прежнему останутся главным снарядом для Алии, но она не забывает и о других видах многоборья. В последнее время, например, очень много работала на бревне. Увеличилась Алия, упала дважды. Этот факт нисколько не смутил и не расстроил главного тренера сборной России Андрея Родионенко. Как и то, что бронзовый призер Олимпиады в опорном прыжке Мария Пасека в финальных соревнованиях на своем любимом снаряде также два раза упала. Пробовали прыжок, который она давно не прыгала. Любые соревнования – это не только 7-минутная медаль. А что будет завтра? Можно было отделаться двумя легкими прыжками и завоевать бронзовую медаль. Ну и что? Надо пробовать то, что будет работать завтра. Она попробовала, не получилось. За это не корят. Да, корить Машу, собственно, и не за что. На брусьях, которые еще недавно она совсем не любила, спортсменка выиграла бронзу. Соревновательный день закончился для Пасеки очень неожиданно. Но и она сама, в свою очередь, готовит своим соперницам сюрпризы, не признаваясь пока, над какими сложными прыжками и элементами работает. Говорить гимнасты вообще не любят, они предпочитают делать. За день до завершения турнира результат их работы – 5 медалей. И это при том, что Андрей Родионенко не скрывает. Этот чемпионат, пусть и домашний, но проходящий, на котором еще можно экспериментировать и пробовать. Мария Коробова, Игорь Белоусов, «Вести спорт».